Дорогие друзья, сегодня мы будем делать подсвечники. Я заранее сделала, чтобы показать вам, таким рисунком колокольчики. Вот тоже такое вот и горлышко у нее сделано, и кружева здесь, и лента. И наполнена она солью. А на соль там установлена свечка. Это вот такая вот она получилась интересная. Вот таких нам нужно сделать еще две штуки. Вот эти вот рисунки, которые они сделаны из войлока. Вот этот войлок можно купить в листах. Вот это тоже то, что мне осталось. Вот она в маленькой банке мы вырезали из войлока вот такое вот сердце. Мы насыпали уже соль сюда. Теперь, значит, мы режем двухсторонний скотч. Примерно смотрим, сколько нам нужно его. Это у нас будет сердце здесь. Вот. Мы его приклеили. Сейчас мы будем очень удобно, быстро. Зима. И у нас здесь будет тоже белая свечка стоять. Вот. И такой вот снежок лежать. Давайте сразу и сюда, значит, приклеим на эту банку. Кончик. Так, сделаем. Потоньше уже нужно, потоньше. Сейчас сделаем на этот колокольчик. Такие большие подсвечники лучше ставить на очень большой стол, на подоконнике, на камин или при входе в дом. Так чем мы здесь можем украсить? Значит, опять можно вот такие вот ленты сделать, как и там было у нас, да? Можно, опять же, вот такое же украшение пустить сюда. Давайте посмотрим, как это все будет. Сейчас я это сделаю без вас, чтобы время не занимать. Вот. И второй вариант. Мы намотали нитки. И я даже привесила к нитке вот здесь два сердечка. Ну, светильники мы сделали, две свечки. Мы, кстати, специально эти свечи подобрали такого же белого цвета, как и соль. Мы можем сюда поставить, ну, не знаю, или в ту, или в другую. Вот еще можно поставить веточки. Даже по стволу их можно подвешать. Ну вот у нас все немножечко они связаны их материалы, здесь две еще, а горлышки у нас все совершенно разные. До свидания, счастливо, до новых встреч!